том, что к чемпионату мира Самара станет одним из самых благоустроенных городов, не сомневается полпред президента ФПФО Михаил Викторович Бабич. В своем интервью информагентству ТАСС он отметил, что у Самарской области высокий потенциал. А говоря об АвтоВАЗе, подчеркнул, что это не просто российский бренд, российская история. И руководство страны намерено его развивать. Сейчас в кооперации с АвтоВАЗом работают порядка 400 предприятий отрасли автокомпонентов, из них около 250 в ПФО. Но при этом, по словам Бабича, доля российских комплектаторов производстве, в том числе и новых моделей «Лада Веста» и «Лада X-Ray», снижается. В этом заочно обвиняют поставщиков, однако в стране есть предприятия, которые поставляют компоненты на экспорт по заказам известных мировых автоконцернов. А на Тольяттинском заводе их продукцию не принимают. Полпред сообщил, что результатом его нескольких встреч и серьезного разговора с Николаем Мором стало решение о разработке такого механизма сотрудничества, который позволил бы максимально учесть интересы отечественных поставщиков и гарантировать АвтоВАЗу бесперебойную поставку комплектующих самого высокого качества.